Здорово играет Гаспари. Отличная длина. Попала во время всего этого Australian Open подает. Два брейкпоинта остается у Маргариты. Ошибка Сири. Ну спокойно. Ну, здесь уже круги, а комментатор нашего канала Елене Лиховцевой со счетом 3-6, 3-6. Сейчас Елена, когда по поддержке первой ракетки. Ну, здесь уже просто... Ну, вот это здорово, через... Выдвигается все время вперед. Очень что сделала бы счет 2-0 уже. Может быть, где-то другая картина была бы. Ну, нет. Против так мяч, если пока не проиграет очко. Иначе так весь гейм может подавать одним мячом. Как здорово арбитр. Отличные розы. Конечно, сложно. Хороший выигрыш на втором мяче. 22% это примерно один из пяти мячей. Ну, такой прием мы уже сегодня видели. Четверть Уильямс. Все начали ждать. Пятнадцать. Ну. Великолепный удар с бэкхенда. Ну и еще одна. Out. Ошибается. Australian Open. Первый выход в основную сетку, причем напрямую, благодаря рейтингу. Первый мяч.
Я от первой ракетки мира всегда завышенные ожидания. И когда, конечно, очко выигрываешь с помощью ошибки соперницы. Мне кажется, все-таки я тому, что смэш сумела отбить Сирена, так она улыбалась и после этого выиграла очко. Мощная подача. И еще одна хорошая. Вильямс против Марии Шараповой. Четвертьфинал.